кофе и чай из Бурунди могут появиться на прилавках сергиево-посадских магазинов. Представители кофейных и чайных фабрик из далекой африканской страны встретились с предпринимателями нашего района в гостиничном комплексе «Царская деревня». Встречу организовала Сергиево-Посадская торгово-промышленная палата. Делегацию возглавлял полномочный посол Республики Бурунди в России Эдуард Безимана. Бурунди с Россией хорошие отношения с 1962 года. В настоящее время мы стараемся развивать экономические связи как на федеральном, так и на региональном уровнях. Я считаю, что кофе и чай из Бурунди лучшие в мире. Они уже продаются в Москве, и я хочу, чтобы у сергиево-посадцев также была возможность попробовать и насладиться замечательными бурундийскими напитками. Это второй приезд бурундийской делегации в Сергиев-Посад. В первый раз африканцев к нам пригласил фотохудожник Александр Маркелов на выставку «Страна Бурунди. Далекая и близкая». В ноябре прошлого года он в составе первой в истории организованной туристической группы из России посетил республику и привез оттуда серию фотографий. На этот раз выставку организовали бурундийцы. Посвящена она кофейной и чайной продукции. Рассказали о производстве и угостили всех напитками. Чай в Бурунди выращивают черный и зеленый. Основной сорт кофе – арабика. Кофе на самом деле очень насыщенный, очень качественный. Он очень такой терпкий и немножко кисловатый на вкус. Его можно пить и с молоком, и без молока, и со сливками, и без сливок, и сладкий. Он по-разному играет и по-разному звучит. Безусловно, специфика какая-то есть, и специфика очень приятная. Да, есть и кислинка, есть и горчинка. И действительно, его можно в любом виде. У меня, наверное, эспрессо все-таки мой любимый. Насыщенный, хороший, правильный. Я очень рада, что мне удалось его попробовать. Экспорт кофе и чая для одной из беднейших стран Африки – основной источник дохода. Безусловно, нужно развивать торговлю кофе в Сергиево-Посаде. В этом плане мы призываем и будем работать с нашим бизнес-сообществом по увеличению товарооборота, по открытию новых точек. Также мы считаем нужным, и отдельно будем это обсуждать с послом, создание производства по обжарке этого кофе на территории муниципального индустриального парка. На закрытых встречах предприниматели обсудят поставку в Бурунди сергиево-посадской пищевой и промышленной продукции. Екатерина Фурсова, Евгений Шевченко. Программа «События».